Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания Моторика, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы поговорим с вами на достаточно интересную тему. Это защита ваших ног, а именно мото-джинсы на примере бренда Promo Jeans. Итальянский бренд мото-одежды, мото-экипировки. В основном они делают свой акцент на джинсах. Также у них есть небольшая линейка джинсовых курток и также кожаных изделий. Немного о компании. Бренд работает более 30 лет. Изначально он работал с такими крупными брендами, как Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Versace и так далее. А в 2009 году он решил отойти от них и создать собственный бренд. Вот как раз-таки то, что перед нами. Promo Jeans. Внешне гражданские модели для повседневного использования, но, тем не менее, с защитными свойствами. Не стали мы брать весь гигантский ассортимент моделей, расцветок и так далее. Вот, мы взяли самые наиболее отличающиеся друг от друга модели, их три позиции, которые я хотел бы вам показать и рассказать о них. Ну, начнем, наверное, с самой простой и основной модели. Вот, взяли мы для примера модель Voyager черного цвета. Предположим ситуацию. Мы падаем на средней скорости в городе, примерно там 60 км в час, и катимся по асфальту. Не только колени будут у нас страдать. У нас будут страдать бедра и пятая точка. Вы скажете, окей, ну тогда мы возьмем и купим защитные шорты. Отдельно колени, отдельно защитные шорты. И плюс на это еще нужно какие-то штаны гражданские одеть, и это не совсем удобно. То ли дело джинсы, мото-джинсы как раз таки, в которых у вас есть защита колена, защита бедра, и самое главное, это как раз таки то, что я хотел вам сказать насчет вставок. Вставки Творон. И что такое материал Творон, который применяется во всех, так или иначе, во всех этих мото-джинсах? Творон, по сути, чем-то похож на кевлар. Кевлар применяется у нас, например, в бронежилетах. Прочный на разрыв, на порез и на прокол материал. Его сравнивают с металлом, но он эластичный, это понятное дело. Также он хорошо себя проявляет на истирание, вот, и применяется в основном на большей линейке бренда Promo Jeans. Теперь рассмотрим модели повнимательнее. Так, что хотелось бы сказать на примере этой модели. Вставки в колено и в бедро у нас сделаны из материала D3O. Что такое материал D3O? Мягкий на ощупь, по сути, это ньютоновская жидкость, только в жестком виде. Мягкий на ощупь, но при ударе становится твердый, как камень. Применяется он в коленях, напомню, и в бедрах. Для наглядности вывернем штанину. Вот сейчас мы вывернули штанину. И здесь нам прекрасно видно материал Творон. Подсечатой структурой. Материал Творон, который у нас в зоне ягодиц, в зоне бедра и также в зоне колена. Вот как раз таки он и работает у вас при падении на истирание. На модели, представленной у нас Voyager, материал Творон применяется не по всей площади джинс, а именно там, куда в основном у вас приходит падение и на чем вы катитесь по асфальту. В целом, я думаю, по модели Voyager понятно. Это стандартные джинсы компании Promo Jeans со вставками D3O, которые гасят удар первичный и не позволяет нанести вред и травму вашей коже. Так, рассмотрим следующий вариант. Это модель Titanium. Это линейки Promo Jeans считаются самые защищенные джинсы. Сейчас я вам продемонстрирую, почему они считаются самые защищенные. Здесь все гораздо интереснее. На модели Titanium материал Творон применен по всей площади джинсы. То есть у вас колено, задняя часть, вся зона бедер, ягодицы. На все нашит материал Творон. Здесь это прекрасно видно. Плотный сам по себе материал. Эта модель считается у компании одной из самых защищенных. Третьи джинсы на нашем обзоре. Это интересная модель Deux. Эту модель я рекомендую всем, кто эксплуатирует мото в жаркий сезон. Собственно, в чем смысл этих джинс? Абсолютно гражданский на вид, гражданский по плотности,
А сама фишка заключается в том, что материал творон здесь шит в нитку. Также модель имеет вставки D3O в коленях и также кармашки. Этот вариант мне нравится больше всего. Вставка принимает удар, материал творон обрабатывает трение и в целом по защитным свойствам они ничем не хуже, чем стандартные шарнирные наколенники и защитные шорты. Также отмечу к модели Deux, пока не забыл, это ремень в комплекте. Кожаный ремень, классический, идет в комплекте к этим джинсам. По ощущениям, материал не толще, чем стандартная джинса, но тем не менее свои защитные свойства она сохраняет, также благодаря вставкам D3O. Модель Titanium несравнимая по своим защитным свойствам с другими аналогами, но ее бы я рекомендовал все-таки на весенне-осенний сезон, когда на улице не сильно жарко, так как она достаточно плотная. Модель же Voyager – это что-то среднее. У нее полноценные вставки творон, но тем не менее они не по всей площади, и летом эти джинсы эксплуатировать будет гораздо комфортнее. Такие же D3O вставки у вас в районе бедер и коленей. Сегодня мы показали вам три модели компании Promo Jeans. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на нашем сайте motorika.ru. Переходите на сайт. Приходите к нам в мотосалоны, мы поможем вам с выбором наиболее подходящей для вас модели.